О столкновении автомобиля Toyota и двух мотоциклов мы сообщали в предыдущих выпусках. Сейчас же стало известно, что по предварительным данным, водитель Toyota при развороте не занял крайнее левое положение в нарушении линии разметки. Поэтому и столкнулся с мотоциклами Honda и Kawasaki, двигавшимися в попутном направлении. Водитель мотоцикла Honda, 37-летний соученец, погиб на месте. Водитель Kawasaki с тяжелыми травмами госпитализирован.